Здание Усманского ЖД вокзала. Можно наблюдать в архитектуре элементы воинственности наших предков. Судя по всему, вот видно православный крест. А это, наверное, доспехи и головной убор ворогов. Могу ошибаться. Это здание находится на ЖД вокзале города Усмани. Судя по всему, сюда заезжали паровозы, вагоны для ремонта. Вот вагон, видимо, с царской эпохи, деревянный. Посмотрите, у него какая интересная подвеска, рессорная. Стекла выбитые, видимо, когда его сюда пригнали, стекла на нем были целы. Ну да, кто-то похулиганил, его нужно куда-нибудь в музей или под охрану, пока окончательно его не тут не разрушили. Я это, конечно, только предполагаю, но мало ли, вот отследить бы историю этого вагона. Не исключено, что в нем передвигались какие-нибудь известные люди. Да тот же Лев Толстой мог. Или еще кто-нибудь из царской семьи, своей крымской резиденции. Мимо Усмани проезжать. В том вагоне Марина Цветаева была.